Всем ассаламу алейкум. Хочу обратиться к главе Дагестана. Вот за такой свет мы должны платить? Мы платим за 220 вольт. Вот такой свет нам поставляют в Дагестане, где находится целая куча гидроэлектростанций. Вот такой свет, вот за такой свет мы обязаны платить? Это Тарумовский район. Вот такой беспредел, вот все лето вот такой свет. Мне пришлось купить вот этот аппарат, чтобы мне дома тянул холодильник, стиральная машина и все подобное. Вот видите, нагрузка 1%, напряжение 150 входная, 158, ночью 140 падает. В общем, выдает 220. Вот смотрите сейчас. Чем меньше ток, тем нагрузка больше. Вот смотрите. 120 вольт. Вот за такой свет я должен платить или нет? Чем ниже напряжение, тем больше нагрузка. Вот такой свет нам поставляет в Дагестане. Уже устали бороться с этим беспределом.